Крамержиш – это маленький очаровательный городок, который стоит посетить, чтобы увидеть одну из лучших в Моравии коллекций искусства и прогуляться по живописным паркам. В городе сохранилось много исторических зданий. После того, как в ходе 30-летней войны Крамержиш был разрушен шведской армией, он был перестроен заново и сегодня считается одним из красивейших в регионе. После недавней реставрации центральная площадь предстает во всем своем великолепии. Посреди располагаются фонтан и чумной столб. Среди зданий выделяется городская ратуша с ренессансной башней. Неподалеку находится монетный двор, где епископы Алмаутские в 17 веке чеканили собственные монеты. Изюминкой городка, несомненно, являются резиденции архиепископа и сады, разбитые вокруг него. Внутренние интерьеры замка необычайно красивы и богато декорированы. Великолепные фрески и старинная мебель различных веков, плафонные росписи на потолке и хрустальные люстры поражают великолепием. И настоящее чудо замка и его сады. Дворцовый парк заложен был еще в 16 столетии, продолжал преображаться и развиваться на протяжении нескольких веков. В середине 17 века здесь создали цветочный сад.